как это называется, как он, забываю всегда его. Это новенький. Атлант, новенький Атлант. Значит, смотри, новенький Атлант, 1000 километров нету пробега. Вот то, что мы хотели. И уже там желтизна у него есть. Это раз. Подстаканников никаких для водителей 2. Задний привод он 3. Я по минусам сейчас тебе говорю. Высота какая-то подозрительная на нашу подземку. Не факт, что он вообще войдет. Не факт, знаки будут его цеплять. МКАДе свыше 100 едешь, жопа виляет. Все, слышал, да? Короче, я думаю, этих достаточно минусов, чтобы мы его не брали. Ну,